И снова здравствуйте, всем привет. Итак, этот ролик хотелось бы, давайте я посвящу именно болванкам. Просили у меня показать, как делать болванки. Ролик уже есть, как делать болванки с примитива. Но там все долговато, все более-менее такое, как проблематичное для многих будет. Но вот по прошлому ролику давайте закрепим по болванкам, именно по маскированию. Открываем, давайте, куб, вытягиваем Edit Make Polymesh, через Alt можно его чуть уменьшить. Так, опять же наметим, просто где-нибудь проведем такую пимпу, чтобы видеть, это будет лицевая часть, значит, ну, у меня нет, у меня 2019 ZBrush, и нет вот этого ориентира. Теперь делаем всему этому Dynamesh и пройдемся по некоторым болванкам. Так, подключаем текстуру Import. Я тут немножко поотобрал картинок, которые можно сделать. Так, где он тут? Найдем текстурку. Ну, первое, давайте вот собаку. Не знаю, с какого-то мультфильма, наверное. Нашел я такой вот референс. И опять же закрепляем вот по этому делу. Z отключаем глаз. Перекручиваем нашу заготовку. Можно ее прям поставить побольше. Делаем дубляж. Это у нас получится передняя нога, задняя нога и тело. Вот, тело. И значит, ну, тело можно делать с головой сразу. Или голову отдельно где-то провести, допустим, ограничение. Давайте посмотрим. Это получается сделал дубляжа 4 штуки. Переключусь на верхний. Через Shift левая кнопка мыши все отключу. Z включаем вот такой вот глаз. Ну и погнали. Z отключаем. Можно сделать прозрачнее все это дело, чтобы маску было видно. Первым делом сделаем Ctrl и сделаем вот эту вот всю. Давайте голову. Поточнее все это дело делаем. Сейчас тут почищу. Сначала можно даже вот грубовато обвести. Вот центратом, допустим. Грудинку. Это вот вариант для тех, кто именно, ну, как сказать, только начинает. Ну, или в последующем тоже будет работать. Очень хорошо делать копии. Это дело очень хорошее. Так, хвост нам не нужен. И лапа нам не нужна. Ctrl-Alt. Давайте где-то вот так все это дело проведем. И жопу более так точно сделаем. Так, по уху чуть-чуть очищаем. Ну и нос. Нос поточнее. Губы тоже поточнее. И будет все у нас зашибись. Так, это первая заготовка. Переключаемся на вторую заготовку. Первую отключаем. Теперь делаем лапы. Переднюю лапу делаем. Ну, она где-то вот так выйдет приблизительно. Там потом будут корректировки, так что нам нужно сначала сделать болванку. В этом ролике, кстати, я не буду доделывать этого кобеля. Я хочу вам показать, как делаются болванки. Так, это будет вторая заготовка. Переключаемся на третью заготовку. Включаем ее. Это будет у нас задняя лапа. Так, раз. Ну, где-то вот так ее дооформим. Здесь такое дело. Ну и еще одна заготовка. Пусть будет хвост. Вот, как-то так капелькой, да?
Но это потом подкорректируем, потому что рисунок есть, тут уже не проблема. Так, по лапам. Можно включать именно Ctrl и вот эту вот курс. Для чего? Допустим, нам нужно сделать более четкие какие-то отсечения. Ну, чтобы четкая была нога. Вот здесь есть ровные углы. Вот. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Alt, Ctrl-пробел, подводим, Ctrl-Alt. И вот таким образом можно все это дело обрезать. Также можно использовать лассо. Но я лассом не очень умею. Вот, вот так вот проводите. Так, оп. Чуть-чуть можно где-то приблизить и Ctrl-Alt. Ну, как-то так, чтобы ровные были вот эти полосы. Видите, они там ровно вырисованы. И хорошо тогда это все дело делается. Ctrl-Z назад. Переключаемся. Ну, давайте опять вот лассо. И включим вот эту вот заготовку. И попробуем ее именно точно провести. Так, раз. Обводим, обводим, обводим. И как-то где-то вот так на Ctrl-Alt. Shift-Z. Вы видите, что она более точнее становится. Потом, ну давайте еще тут что-нибудь я такая попробуем для корректировки. Я им вообще почти не работаю. Угу. Да не почти, а я не работаю совсем. Давайте Ctrl-Alt. Ну вот, уже видите, насколько ровно получается. Так, ну и тут тоже. Здесь уже, наверное, будет попроще. Кстати, вот за мышку говорят тоже, что мышка, мол, неудобная. Ну, можно подналовчиться и будет все зашибись. Ctrl-Alt. Shift-Z. И вот уже у нас прикольная заготовка. Отключаем, значит, лассо и докрашиваем, чтобы вот этих пустот вообще не было. Ну, где не закрашено. Ну, а теперь все по прошлому ролику. Делаем Ctrl-I. Инвертируем маску, вытаскиваем нашу заготовку, делаем Dynamesh. Ну, это не беда, это все сейчас будет зашибись. Так, делаем маску, делаем Ctrl-W, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, отделяем вот эту полигруппу. Смотрите, что тут происходит. Здесь получается две полигруппы теперь. И вот мы Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, нажимаем на одну полигруппу, она отделяется. И мы ее можем скрыть. Значит, заходим в Modify Topology Del Hidden. Все, теперь этой скрытой части нету. Так, вот такая штука. Также можно эту картинку, смотрите, я сейчас сделаю для скульпты с альфа 6 на правую сторону. Потому что я там буду ее чуть-чуть выглаживать. Возможно, я его там всего и буду собирать. Но если для ZBrush, сейчас покажу, как ее тут переделать. Так, Shift Z, Z включаем глаз. И есть вот инвертация картинки. По-моему, вот это. Так, это нет, это растягивать. Так, а где она тут? Нет. Вот она. Переворачивается вверх-вниз. А это значит вот меняется ракурс. И можно делать ее с левой стороны. Вот такая штука. Так, заготовка есть. Ухо есть. Полиев можно отключить. Ну, то, что вот видите, я не закрасил. Вот оно. Где было недокрашено, получились вот такие вот поры. Но это тоже не беда. Так, теперь я то же самое делаю с
ногами, Ctrl-I. Инвертация. Ну, здесь я уже все, да, как говорится, сделаю без озвучки. Итак, вот получился вот такой вот кобель, собак. Выбираем через Alt, значит, нашего вот этого персонажа, или давайте лапы отведем их в бок. Почему? Потому что персонаж более-менее стоит, ну как сказать, правильно. Так, вот эту заднюю часть нужно увести чуть-чуть больше. Но пока это сделать не получается. Сейчас я вам покажу почему. Так, это вот на правую часть все это дело делается. Если нужна нам полная болванка, значит, через Alt подгадываем нашего, вот эту нашу заготовку. Можно включить Full, чтобы видеть, где что находится. И подтянем, давайте, все это к центру. Это будет где-то хвост. Выбираем нашу заготовку. Перекручиваем ее. Более-менее выравниваем. Тут получается, что будет. Значит, грудь должна быть побольше, а задница чуть поменьше. Поэтому можно перекрутить чуть-чуть его побольше в одну сторону. Вот так. Или сделать просто ровно, а потом долепить. Вот давайте, наверное, долепим потом. Так. Тут морда, наверное, будет потоньше. Значит, морду лучше потоньше сделать. А эту чуть жопу побольше, а потом ее уменьшим. Так, делаем Mira N12. Получился вот такой заготовки. Теперь точно так же выбираем любую нашу вот эту запчасть. Перекручиваем. Почему? Потому что зеркалит она именно справа налево. А, слева направо, пардоньте. Так, выравниваем ее где-то тут. Mira N12. Ну, если что, потом можно ее сплюснуть. Это дело не проблема. Так, тут тоже такая же штука. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Желательно ничего не трогать, чтобы все было на своих местах. Отводим сюда. Ставим на середину, делаем Mira N12. Уводим, сжимаем. Делаем Mira N12, потом через Alt выбираем другую ногу, делаем Mira N12. Ну а тело можно просто перекрутить. Тело перекручиваем, подгадываем транспоз и уводим по центру. Делаем опять Mira. Ну, чтобы не ошибаться, да? То же самое. Отводим на центр, значит, наши вот эти ноги. Выставляем, подводим к персонажу. Делаем Mira. И с этим делом тоже, с передними лапами. Перекручиваем. Подводим к нашему персонажу. Делаем Mira. Так, получился вот такой кобель. Но что нужно сделать? Нужно выбрать вот этого самого теперь персонажа. Самое простое — это вот, ну, просто выгладить, допустим. Ну, желательно, конечно, флатеном все это дело
мягенько все это делаем за собачек. Так, теперь выборку делаем по центру где-то, ну, где уши. Так. Еще пониже надо взять там до головы, чтобы достать. Вот так. Делаем Ctrl-I. И можно все это дело, значит, удалить персонажа. Ну, отделить уши. Все. И делаем Dynamesh. Обязательно сетку переделаем. Так, теперь выбираем Alt персонажа, если не угодно, Mob Topology или Mob Elastic. Здесь уже можно работать симметрией и в симметрию. И вот надуваем. Так, задницу не надо. Надуваем нашу вот эту грудину. Именно по рисунку вниз никуда не уводим. Просто надуваем. Можно пролепить. Не вопрос. Шею оставляем пока. Так, задом. Зад у нас плющен. А здесь у нас ребра. Здесь все еще надуто. Так. Это как-то получается вот таким вот образом. Теперь по задним лапам выбираем левую часть. Лапа слишком толстая. Давайте немножко еще потоньше сделаем. Делаем Mirror and Well. И теперь кисточку можно поменьше или побольше. И нам нужно ноги исправить. Исправить каким образом? Так, выбираем одну ногу и одну маскируем где-то до линии сгиба. Ну, где-то, наверное, вот так. Делаем Ctrl-I. Маскируем, наверное, вот эту, если она нам не нужна. А эту часть мы перекрутим и уведем наискось. Вот так вот. Чтоб нога стояла как бы кривовато. Вот. Здесь все потом объединится, будет долепливаться, но нужно вот это дело заприметить, чтобы все было полукругло. Так, вот эта часть чуть-чуть больше уходит, значит, на задницу, вот сюда. Делаем Mirror and Well. С передними лапами давайте поступим точно так же. Значит, выбираем до локтя. Где у него тут локоть? Даже нет, вот. Ctrl-Z. Так, как бы сделать? Ну, можно просто вытяжкой. Желательно еще один реф найти. Сейчас я его подключу. Ну, подставлю сюда и по нему уже это все дело вырисовывать. Ну вот, получается вот такая быстрая заготовка. Если бы вы сейчас брали, допустим, там сферы, кубы, это все вытягивали, у вас заняло бы это больше, намного больше времени. Тут главное придерживаться теперь вот этих всех размеров. Именно вот этих вот деталей Mirror and Well. И давайте еще импорт, значит. Это хорошо, если есть еще вот фас. А если его нет, то тогда уже это дело только додумывая и фантазируя. Так, вот он у нас выходит. Значит, фас. Надуваем. Подгоняем, смотрим. Здесь чуть-чуть я, наверное, переборщил. Так. Z. Так, выбираем нашего персонажа. Выбираем, надуваем его шею побольше. Здесь оказывается, грудь остается в тех же размерах. Вот так.
А лапы, лапы у нас тут чуть-чуть через Alt, и получается выкружка у них идет. Значит, эта часть уходит вот сюда, это поджимается, а это натягивается кверху. Ну и вот чуть-чуть повыше. Вот, делаем Mirror and Well. Так, по задним лапам. Так, выбираем задние лапы. И тут получается, что у них постановка лап совсем другая. Значит, маскируем вот эту часть. Делаем Ctrl-I. И пробуем сверху его, значит, изменить. Включаем транспоз, выводим четко через Alt на нашу вот эту детальку. Перекрутка делаем. Смотрим, куда она тут должна смотреть. Ну, так, а ну-ка. Опять лицевую часть. Shift-Z, включаем референсы. Так, модель подставляем назад. Перекручиваем нашу вот эту гизму. И пробуем лапу увести на это место. Вот как-то так-то. Shift-Z. Лапа уведена. Теперь делаем Ctrl-I. И нам нужно уменьшить кисточку. И вот эту часть довернуть именно до нашего персонажа. Получается вот такая штука. И сразу уже у нас вырисовывается вот этот хрящ. Вы видите, что уже прикольно он есть. Делаем Dynamesh, склеиваем все вот эти детали. По-моему, Dynamesh отключился, да. Так, смотрим, что да как. Выглаживаем где-нибудь тут. Можно тут даже соединить. Побольше вот так вот. Раз. Задница, я не знаю, надо по боковому тебе рефу смотреть. И вот это все дело можно аккуратненько так. Выгладить. Никто вот таким образом ни разу я не видел, чтобы кто-то показал, что можно так работать. Так. Тут вот теперь проблема, нужно замаскировать вот эту, часть. А желательно ее можно было удалить. Вот эту ногу. И работать только с одной ногой. Тогда она ничего бы нам тут косяков не давала. Ctrl-I. Ctrl-I. И делаем Modify Topology Mirror and Well. Снимаем маску. Так, это вот первая болванка. Все, теперь вам уже, наверное, понятно. Долепливаем. Голову сглаживаем, намечаем глаза, пролепливаем. А, кстати, по ушам еще. Shift-Z, Alt, левая кнопка мыши, прибавляем, подгоняем. По голове еще и по ушам. Так, Z, прозрачность еще делаем побольше. И смотрим, что у нас с головой. Что у нас с головой и что у нас с ушами. Так, уши. Здесь лучше взять мост эластик. Почему? Потому что нужно перетягивать уши именно в центр. И мягче это все сделает только эта кисточка. Мост Topology, она работает именно по полигонам. Тянет полигоны. Так. Вот такие у него уши. Вытягиваем, можно где-то шифтом доработать. Так, и немножко, наверное,
Так, приподнимаем чайник. Или, он у нас приподнятый, да? Что у нас с фейсом лица? А с фейсом лица у нас все правильно, только нужно немножко его сузить. Вот так. Но это уже при скульпте все это дело, значит, поправится, где-то тут уменьшится, где-то добавится. И можно его прям вот побольше выглажку делать. Шею чуть-чуть поуже. Ну, можно тут так уши пролепятся. Так, немножко их вот так еще даже оттянуть. Ctrl-Z. Сильно стоит эластик. Уменьшайте, если что, вот эту вот интенсивность. Так, голова. Ночью голова, в принципе, намечена, да? Она широкая. Чайник чуть-чуть приподнят. Он у нас, видите, полукругом намечен. Голова немножко, значит, сужена. И теперь по верхней части, вот верхнего рефа у меня нет. Значит, будем нос наугад это все дело утягивать. Вот так. Здесь уже будет, значит, лепиться. Тут будут глаза. Здесь уже лучше работать кисточкой. Ну вот. А, еще ж хвост, да? Ну давайте хвост еще развернем. Через так. Через Alt подводим к хвосту. Хвост — это самая простая штукенция. Значит, это будет пимпа. Но когда вот вы ее переводите вот так, не забывайте, что ее нужно перевернуть назад. Потому что рисована она была именно под другим ракурсом. Да? Так. А почему так? Или хвост такой был? Да нет. А что так получилось? Где-то я его... Ну вот. Уже нужно будет подогнать по размеру. И, наверное, чуть-чуть его растянуть. И опять же зеркалим, чтобы все было зеркально сделано. Так. По лапе. Так, эту лапу теперь можно выгладить. Они у него, в принципе, не тонкие, не толстые. Вот, все можно подогнать, тут пролепить. Когда все объединится, можно уже в общей массе делать, ну, переходы вот эти все. Все тут мягко можно сделать. Ну вот уже заготовка на будущего персонажа. Все это дело будет, значит, для скачивания в группе. Вот эти болванки, которые я сделаю в этом ролике. Возможно, я их потом захочу доделать и возьму тоже с группы, скачаю, чтобы, ну, место не занимало у меня. Сохраняем файл. Save as. Пишем. Пес. Так, проверяю, что-то не запомнил, куда сохранил. Так. Рабочий стол. Сохранить. Да, все, на рабочем столе. Так, это все понятно. Мираем файл. Можно еще раз файл. Save as. Так, сделаем, давайте еще одну заготовку, уже такую поблотнее, да? Итак, заготовка у нас та же самая, куб, только теперь давайте картинку другую подкинем. Так, импорт, рабочий стол, и что еще тут у меня есть, что я тут вообще отложил.
Так, это я знаю, кому эта картинка понравится. Так, вот нашел я такого пса, да, прикольная штука. Давайте его развернем и будем делать теперь не для, как, не для скульптуры с Альфа 6, а уже так побольше. Вот так я его поставлю. Z отключаем глаз. Куб растягиваем побольше. Пусть он будет так аж. Вытяжка. И теперь делаем Dynamesh. Раз я вытянул куб, здесь полигоны вытянулись. Так вот, опять за что я говорил. Видите, как вычитание можно делать. Так, делаем Dynamesh. Shift Z. И давайте посмотрим, какой кабель получится вот этот. Так, здесь вот уже можно делать голову отдельно, тело отдельно, ноги отдельно. Да? Погнали, делаем дубликаты. Ну, пусть пока 4. Опять же, закрываем, переключаемся. Так, и что у нас тут получается? Вот не есть good, Z. Прозрачность включена. Видите, низ как-то вот тут картинка отсвечивает. Итак, погнали, значит, аккуратненько. Ага. Делаем вот это тело. Так, на голову пока не лезем. И на шерсть тоже не залазим. Шерсть потом будет добавляться. Нам нужна чистая форма. Кисточку чуть поменьше. Морда тут, видите, прям тонкая. И нужно ее прям четко обвести. Можно без нижней челюсти. Нижнюю челюсть можно сейчас добавить отдельно. Я буду делать полностью. Так, вот раз. Так, уши я пока не делаю. Я уши уже добавлю тоже отдельно. Чтобы их можно было потом контролировать, да? Так. Смотрим, чтобы никуда не залезть. И опять же по прошлой модельке, этой болванки, можно использовать лассо. Вот так полностью лассо его обводить. Ну, там тоже получится не столь четкая штука. Потому что все равно где-то дернется рука. Так, теперь здесь делаем хитрость. Вот с этой полоской делаем лапу. Так, раз. Здесь придется потом перекрутить. Так, хвост не путаем именно с этим такого. С ногой. Вот такая будет штука. Следом будет у нас другой персонаж. Это будет лапа. Здесь уже вы видите, что вот это вот идет, значит, вытяжка, а потом идет, ну, сама лапа. Вот здесь она где-то обрезается. Если вы ее больше нарисуете, то страшного ничего не будет. Так, вот раз. Аккуратненько. Так, это я уже полез на волос. Волос нам не нужен. И вот эту часть Ctrl-Alt обрезаем. Ctrl-Alt очищаем. И Ctrl-Alt волос этот нам пока не в тему. Так, следующая заготовка. Две лапы есть, тело есть, голова есть. В принципе, все. А, уши еще. Так, с ушами нужно поменьше кисточку. Вот такие у нас будут уши.
Shift Z. Давайте начнем тот же геморрой. Я теперь на ускоренном опять же вам покажу. Так, вот ошибка в чем у меня сейчас произошла, я просто не обратил на это внимания. Слишком большая модель. Но это не проблема, это потом можно все будет уменьшить. Так, уменьшаем кабеля. Зеркалим его, да. Ну пусть он пока будет потолще, у меня нету переднего его рефа. Поэтому давайте Mirror and Well. Если что, потом... Вот можно будет сплюснуть и чуть-чуть перетащить и сделать его, допустим, тоньше. Так, через Alt выбираем нашу вот эту заготовку. Подгоняем ее к центру. Толстые лапы делать не надо, потому что потом вы устанете их отшлифовывать. Так, идет еще одна лапа. Уводим в бок, ну и ухо. Так, где у нас тут середина будет для уха? Ага, Ctrl Z. Еще больше уводим, уводим, уводим. Все, ухо получилось. Подставляем, делаем Mirror. Alt Mirror. Alt Mirror. Все, вот она заготовка. Ее теперь можно дорабатывать, долепливать, добавлять хвост, переходы делать, вот этих изгиб лап и так далее. Ну и все. Бошку чуть-чуть сплюснуть, допустим. Каким образом можно ее сплюснуть? Выбираем. Так, ну давайте пол. Где-то вот так вот полморды выбираем. Делаем Ctrl-I и, допустим, включаем гизмо. Транспоз гизмо. Ставим на середину. Делаем ей перекрутку и уводим именно, чтобы поймать вот этот нос. Вот, вот так. Вот. Таким вот образом, чтобы по рефу был ровно. И делаем Mirror and Well. Вот уже морда стала уже. Ну а тут по любасу на шею дорабатывать, грудину. Вот. Но уже у вас есть четкая болванка, по которой можно скульптить, оттягивать, выворачивать, допустим. Вот. Что бы я здесь сделал? Ну, вот есть у нас лапа. Я бы ее... перекрутил бы. Так, маскируем одну лапу, перекручиваем лапу вот так вот в бок, отводим вот таким вот образом от тела. Почему? Потому что потом можно будет лучше вставлять кости. И грудина, тут же у него ребра еще будут. Еще может даже придется отводить, еще где-то стягивать. Стягивать каким образом? Смотрите. Вот здесь вот натягиваете и вводите в тело. Здесь вот плечевой пояс, вот этот, он надутый. Вот. И его нужно именно в тело завести. Лапу потом можно будет по-другому как-то перекрутить. Возможно, чуть-чуть поменьше, где-то увести побольше плечевой пояс. Выкружку. Смотрите. Вот это все дело можно еще выкрутить. До локтя выбираем, делаем Ctrl-I. Теперь делаем перекрутку.
и подставляем именно на локоть. Вот. Можно чуть Ctrl-Z сделать даже вот в эту сторону. Вот так. Тогда делаем еще перекрутку вот этой ступни. Через Alt выбираем, делаем Ctrl-I. Но опять же потом, чтобы не испортить наш вот этот вид реп. И делаем Mirror and Well. Ну вот, согласитесь, уже видно, что это будет и как это будет. Ну и то же самое, можно задние лапы поставить, как у персонажа кобеля. И все это дело пролепливается, добавляется масса, вводится. Вот таз у него, понятно, что так, это X-симметрия. Таз у него должен быть уже. Здесь грудина раздувается, здесь у него ребра. Так, шею потоньше делаем. Ну, здесь чайник, голова. Ну, тоже нужно подгадываться по этому делу. Так, и это все опять же углаживаем. Но лучше это края бы я доработал в скульптуре по 6. Все это дело я бы лепил там, потому что мне там удобнее. Так, это Dynamesh после переработки. Смотрите, здесь нужно будет долепливать, что-то добавлять. Ну, вот такая штукенка. Так, ну вот на этих болванках я пока остановлюсь. Точно такой же вариант для тела человека. Это, если вам интересно, как человека сделать быстро, да, с анатомией, с мышцами, затратив меньше времени, то напишите под роликом, я тогда сделаю отдельный ролик. Ну, а по таким вот копиям персонажей, это вот такой вариант, и я считаю его более, не более, а самым лучшим, чем добавлять примитивы, вытягивать примитивы, потом их вминать, потом их как-то подгонять, и тут много у вас будет сабтулов этих, путаться будете, где сфера, где локоть, где что. Ну, вот этот вариант я вам рекомендую. Все, всем пока, до свидания.